Вчера приняли решение перенести до 25 числа. Что за экстренность? Вчера приходит по компьютеру мне доработанный проект, и написано срочно. Я срочно на работе. Хорошо. Я только ночью открыла. Жизненно важный вопрос, а мы вот быстро-быстро, это очень вызывает много подозрений. Хорошо. Значит, поступило предложение от депутата Николая Петровича ОКТА о снятии трех вопросов. И хотелось бы услышать все-таки решение комиссии из уст председателя комиссии, которая комиссия проходила 3 дня назад. Я бы руку приподнимал, чтобы было. Хорошо. Ну, я думаю, что мы когда перейдем непосредственно к вопросам, если они останутся. Если не останутся, значит, мы перейдем. Если останутся, то председатель расскажет. Сейчас мы работаем с вами на повестке дня, поэтому те вопросы, сейчас зарегистрируем. Поэтому те вопросы, которые касаются повестки дня, мы с вами будем обсуждать. Что еще у вас, какие есть предложения по повестке дня?